За повседневными делами я совсем забыла составить новогоднее меню. И как хорошо, что у меня есть Cookpad. Заходим в бесплатное приложение Cookpad. Раздел поиска. В поисковой строке вводим новогоднее меню. Сколько же здесь классных рецептов. Глаза разбегаются. Пожалуй, выберу я вот этот рецепт и приготовлю его на новогодний стол. Сейчас посмотрю, устраивает ли он меня. Меня он полностью устраивает. Добавлю его себе в закладки, чтобы не потерять. А теперь зайдем в раздел закладок и посмотрим, на месте ли он. Вот он. Теперь я его точно не потеряю. Скачивайте бесплатное приложение Cookpad, составляйте свое новогоднее меню и радуйте гостей вкусными праздничными блюдами.